У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой в 7 баллов. Как сообщает МЧС России, пострадавших и разрушений нет. Стало известно, что землетрясение произошло в 15:25 по местному времени, в 87 километрах восточнее Петропавловска. На суше, на территории Елизовского района, на глубине 189 километров. Ведомство также отметило, что, несмотря на сильные толчки, угроза цунами отсутствует. В настоящее время спасатели обследуют район на предмет разрушений.